С вами я, Саня. Нет, ты типа бойся. Всем привет, ребята. Страшно говорить. Сегодня с вами Ваня, Лёха. Всем здорово. И Саня. Сегодня мы... Пацаны, а где ты здесь волков? Мы говорим сейчас на базе где-то слышал. Да. А какой базе? Мы оттуда убежали. Ну, у нас были деньги, и мы себе напитки купили. Мы за нами позвали монстр. Мы сейчас гуляем страшно. Идите с ночи, посмотрите. Пацаны, я слышу где-то как ухается. Посмотрите, вот, сейчас на ночи. Я где-то как ухается. Здорово. Так. Теперь мы идем. Так, мы идем на какую-то базу СИПИ вон там. На нашу базу, да. Блин, у нас тут пища, главное, вкусная. Да можно вот тут уже? Я чувствую, что рядом ухает. А где он? Я там что звуки слышал. Пацаны, смотри, что я нашел. Ура. Походу кого-то угасит. Пацаны, смотрите, красная стена. Что, типа колбасит? Пацаны, красная стена. Да, пацаны. Он там красная, там походу... Пацаны, давай так. Пацаны, мешай! Бежим. Не забывайте. Она будет покупать тоже, как у нас. Там разница, что лучше макиту купить. Какую макиту? Ребят, не забывайте, мы еще будет, походу, еще несколько частей. Ну, не знаю. Еще будет много частей, ребят. В общем, пацаны, не только картинка, это сиреноголовый. Пацаны, на нашу базу сюда, быстрее туда. Погнали, там на крышу туда. Так, ребят, небольшая пауза была. Так, мы сейчас... Пацаны, я думаю, все двери. А, ты быстрее. Так, ребят, мы вот мы пришли на нашу базу. В общем, так. Лёх, пошли. Мы вот снимаем так. Вот это моя комната. А мы потом на крышу убежим. Просто давайте туда убежим. Нет, там уже не классно. Пацаны, чё вот это моя комната? Чё вот это моя комната? Саня, ты иди туда. И вот здесь оставайся. Вань, давай это была наша общая комната. Все, это наша общая комната. Тут еще у нас кухня такая всякая есть. Леха на балконе живет, это нечестно. Можем выглянуть, помешать, покурить. У нас тоже вот здесь балкон типа такие. Давай, выглянуть. Так, да, я тут. Что это там как украсть бежит? Где? Блядь, за ней дал. Тихо. Лёха, там какой Привет, они двери ломают. Они двери ломают! Тихо, я по камерам посмотрю. Тихо, пацаны, это люди, но я посмотрю. Это может быть зомби. Пацаны, типа я человек. Откройте двери, спасите их. Ты, человек, ты точно тот? Да нет, дебил. Пацаны, здорово. Это не человек. Убить. Давайте сейчас я. Пацаны, открываем дверь, он такой. А чё вот? Нет, я такой сзади. Вылазить. Всё,
Он только еще немножко живой, я его дальше добиваю. Леха, это звуки. Типа, он еще немножко живой. Он еще слышишь? Он еще живой. И последний от меня. И в мозги прям. Да я его уже выкинул. Да все, это. Леха, походу, звуки издал. Давай там ложи. Сирена Колова. Тихо. Давай разжечь эту банку. Он пришел оттуда. Все, давайте. Он ушел. В следующий раз пойдем в другую банку. Сюда. Там еще одна база есть. Пацаны, сдавайте пистолеты. Мы пойдем на другие базы наши. Да не, давайте туда. Давайте туда. Пацаны, давайте я тебе пистолеты налил. Кто тебе на голову нас увидел? Ты что, дал? Я хочу, что я тебе дробовик стрельну. Нет. Мне дробовичок есть. Так, ребят, им очень страшно, мы не знаем, что нам делать. И вот. Пацаны, а я пошел на... Чёрт! Давайте только... Чёрт, ну у нас взлом выйдет, я там дверь закрою. Лёха, я к тебе. Да даже там просто нас. Я тогда пойду покатаюсь на гонке. Похоже. Ситуация. Вот. И это капец. Не забывайте нас поддержать лайком, подпишитесь на канал. Я канал имя изменю. Так что не переживайте, все будет нормально. Все будет просто офигенно, обалденно. Так, я сейчас спущу. Да я кескаю. Вот так вот у нас этот райончик поведет. Да ну! Пацаны, бежим все! Да нет, закрываемся! Вот тут есть у меня пушка, так вставляем! И стреляем! Давай! Ладно, ребят, все, давайте всем пока, ждите новые серии, мы пойдем на разведку. Нет, эта серия не закончилась, короче, ребят, давайте всем пока.